Иркутский художественный музей все еще закрыт для посетителей, но приготовил нам интересный субботний вечер. На страницах музея, в соцсетях, а также на YouTube-канале проведут трансляцию «75 победе, 150 музею». Двум этим знаменательным юбилеям посвятили видеоэкскурсии. Сотрудники расскажут обо всех отделах музея, проведут мастер-классы и даже организуют бессмертный полк из художников-фронтовиков. Начало в 19:00. Иркутский краеведческий 16 мая также проведет видеоэкскурсии по своим отделам в соцсетях. Приглашают нас и на литературно-художественные чтения. Посетим выставку Анатолия Бызова «Воистину бессмертный». Поучаствуем в викторине, посвященной военным фильмам. Начало в 18 часов. «Время без войны» – так назвали свою онлайн-акцию в галерее современного искусства. Две недели там снимали ролики, где молодые творческие иркутяне по-своему переосмысливают картины художников-фронтовиков из коллекции галерей. По мотивам этих работ танцевали, читали фронтовые письма и стихи и даже лепили скульптуру. И протягивали связующую нить между поколениями. Опубликуют ролики завтра на странице галереи в Инстаграм в 21:00. «Что безвозвратно синева, его золотившее поблекло, что только зарево едва коробит розовые стекла». А на страницах арт-галереи в 130-м квартале завтра расскажут о выставке Сергея Жилина «Антология пейзажа». Экспозиция, которую зрители так и не успели увидеть воочию. Остается только подключиться онлайн. Но во всей этой изоляционной истории есть один большой плюс. Посетить Ночь музеев можно в любой точке мира и, конечно, бесплатно. Афиши онлайн-выставок и концертов по России можно посмотреть на официальном сайте акции museumnight.culture.ru. Крупнейшие музеи мира тоже представили свои онлайн-туры. Уффици, Лувр, Прадо, Гуггенхайм, музеи Дали и Ван Гога. Так что добро пожаловать в мир искусства, в самую культурную ночь этого непростого года. Марина Беклемишева, а вы? Оставайтесь дома и смотрите АЭСТ ТВ.